Всем привет! С вами канал Наташа в Анапе. До этого я снимала поселок Морской от застройщика «Стройгарант Анапы». И еще мы приехали на новый их объект, поселок Звездный, который стартовал у них недавно, в октябре 2019 года. Совсем вот молодой проект, 3 месяца. И здесь у них на территории свой отдел продаж. Пожалуйста, подъезжайте на объект, звоните. Все вам расскажут, все покажут, проводят и покажут все этапы строительства. Работает офис продаж. Здесь все написано с 9 до 6. И также телефоны все. Рады видеть своих клиентов. Наталья, рада вас видеть и на Звездном, на нашем коттедже. Здравствуйте. Вот такая как раз уникальная возможность. Вам покажу первым и вашим подписчикам. Презентация, вот так сказать, каталога нового. Угу. Вот разработали новый каталог. Здесь все наши застройки. Вот Звездный коттеджный поселок. 50, ага. Морской. Ну 250. И Костогаевская. Проекты также все. Угу. Где его можно у вас тут в офисе продаж посмотреть, да? Да, мы их заказали уже 500 угу. штук партии, мы будем всем раздавать. Вот просто вам уникальная возможность такая, ваши первая подписчики первым увидят, да. Угу. А здесь получается у нас менеджер Анатолий, опытный, возрастной, так сказать. И второй менеджер, буквально вот уже рабочее место подготовили, это прораб Илья. Здравствуйте. Тоже очень опытный, квалифицированный, как вы видите, молодой, да. Амбициозный. Очень приятно. Застройку. Это поселок Красный Курган у нас дальше идет. Если коттеджный поселок Морской, на котором мы с вами были, он находится между Пятихатками и Витязево, да? То Звездный, он маленько чуть-чуть дальше, после аэропорта, где-то километр. То есть в целом здесь отсюда 8 километров до Анапы. До моря 4 километра. От Морского мы были там 6 километров до Анапы. И 4 также до моря. То есть 40 минут пешком. Александр, мы вот в офисе продаж Морской. Вы нам там более подробно рассказывали, что подразумевает там, как будет выглядеть ваш поселок, что туда входит. А вот здесь вот. А здесь получается у нас старт продаж был в конце октября. И здесь будет у нас 50-57 коттеджных поселков. Так же, как на Морском, если мы увидим тенденцию, большой рост, то можно и дальше, в принципе, участки взять. Для этого все есть. Здесь, получается, на данный момент продали уже 4 объекта. 2 у нас в броне, 6 возводим. И 12 проектов уже утвердили планы, на каких участках будут какие проекты. Могу сказать, что это 6 одноэтажных домов и 6 двухэтажных и 12 одноэтажных домов. Здесь будет на коттеджном поселке Звездный. Здесь в Красном Кургане очень хороший детский сад. Даже люди с Анапы возят своих детишек туда, представляете? Угу. Остановка вот буквально здесь, вообще вот она, можно когда выйдете, вот 3 шага остановка. Ага, посмотрю я. А, вот она, да. Да, что-то я выйду, вам покажу, она отсюда, тут машина просто... В обе стороны причем. Так, а что здесь по коммуникациям? Здесь по коммуникациям также свет 15 кВт, вода центральная, септик дренажный индивидуальный. По газу ведутся переговоры, то есть это в перспективе. На данный момент цена между Морским и Звездным разница в миллион. Если там от 5200 начиналось, то здесь 4270 квадратов. А если 65 квадратов, то это 4100 даже. И здесь двухэтажные дома, именно на Звездном мы решили попробовать, строим сауны. То есть сауна будет, да, потому что сибиряки, они говорят, а почему сауна, баня? И мы единственные застройщики, кто сразу будет базовую комплектацию делать сауны. Я думаю, это будет просто ажиотаж. Поэтому предлагаю пройти на поселок, посмотреть, на каком этапе ведутся работы, и просто посмотрите, покажете подписчикам. Давайте с удовольствием. Прописка, все здесь есть? Конечно. Здесь уже получены документы, разрешающие строительство. На Морском мы с вами были, уже люди все прописаны, земля в собственности, здесь земли ЛПХ, то есть вообще никаких проблем с этим нет. Работы тут ведутся, люди работают. Да, здесь уже привезли дерево. Сегодня прям так, небольшой ветер. Здесь в Анапе заметил, 3 дня, например, ветер подул и перестал. Вот здесь можете увидеть
буквально недавно совсем залили фундамент. И вот на все эти участки, которые вот у нас до подстанции, здесь уже мы выбрали проекты, которые будут строиться. И, кстати, вот по этой стороне мы 4 участка и продали. Там мы строим дома уже, ну, не проданные, а на продажу. Сейчас туда пройдем, тоже посмотрим. А здесь все уже, да? Ну, здесь 4 участка продали. Продали. Мы продали им, люди внесли бронь, полетели свои дома, квартиры продавать, кто откуда. И мы даем рассрочку. Даем рассрочку на год без удорожания. Вот. И поэтому, как бы, не вносите бронь и продавайте свои квартиры, дома. Мы, как бы, дальше заинтересованы дело за вами. Да. Занимайтесь спокойно своими делами. Дома здесь строятся тоже по той же системе, в едином архитектурном стиле, из газоблока. Вот обратите внимание, по всему периметру дома, да, идут колонны. Это для сейсмоустойчивости. Здесь фонарики такие крепкие. Это очень важно, да. Да, поэтому, ну, мы подходим, все делаем качественно. И у нас есть отдел АТК, где приезжают, принимают каждый дом. И если что-то будет не так, будут прям носом тыкать, пока мы это не исправим. Вот давайте зайдем, просто посмотрим, как внутри выглядит дом на стадии строительства. Давайте. Это потому что очень важно над окнами, то есть входными дверями идет бетонная, между первым и вторым этажами идет полностью монолитная бетонная плита. То есть не деревянная, а монолитная, как положено. Вот здесь будет лестница на второй этаж. Но они у вас похожи, вот в морском, здесь архитектурные. Да, у нас проекты везде, конечно, одинаковые. Вот здесь будет терраса, смотрите. Вот, пожалуйста, сауна. А, вот сауна, да, будет где располагаться? А как вот с нее вход, где будет? С террасы? Да, здесь подразумевает. Прораб подошел, Илья Анатольевич. Вот давайте спросим про сауну, потому что он один из первых прорабов, молодой, дали вот творчество, инициативу проявить. Это в том числе его инициатива. Илья, расскажите, где тут душ, где раздевалка, где сама сауна? Вот заходишь здесь, раздевалочка небольшая. Здесь будет огораживаться, будет трап стоять. Душевая будет, как бы зашел и спал. Мы как раз что, сполоснулся, здесь, да? Здесь также проходите, здесь полки будут. Есть также вывод под канализацию, то есть вся вода будет стекать, все будет хорошо, уклон сделан. Высокие здесь, смотрите, везде высокие потолки. И сауна. Высота потолков какая, лента? Здесь 3 метра, но здесь в сауне будет опускаться, чтобы, ну, как бы тепло не уходило. Да, да. Опускаться будет, а здесь будет высокий. Будет общий навес с террасой, совмещенный также. Конечно, интереснее все смотреть, когда уже это все с ремонта. Да, сделано с ремонтом, как... конечно. Но мне, например, нравится вот как было и как стало. Тоже согласитесь, что мы не скрываем. Многие там не пускают смотреть, как кто строит. Мы как бы открыты. Тоже проект одноэтажного дома. 86 квадратных метров. Давайте тоже его посмотрим. Давайте посмотрим. Очень интересно. Вот как раз такая удобная прихожая. Опять же, здесь можно шкаф-купе поставить, что многие делают. Посмотрите, здесь какой огромный просто зал. Здесь также кухня-гостиная. Ого! Да, действительно. Кто-то, я опять же повторюсь, может быть, там панорамные окна. Для нас это вообще без проблем. Даже на данном этапе мы можем это все сделать. Кому-то надо еще одно окно сюда, тоже без проблем. Это все учитывается. У нас есть проектировщик свой в главном офисе, юридический отдел. То есть у нас как раз полное сопровождение сделки, что избавит вас от лишней суеты там, ну, и каких-то головных болей. Все это мы делаем сами, вы абсолютно. Здорово. Здесь также будет все с подогревом, кухня, санузел, прихожая. Это мы все делаем. По вашему желанию можем просто весь пол сделать с подогревом, что тоже многие делают. Ну, окна здесь прям тоже большие. Да, здесь большие. И посмотрите, здесь терраса. Мой любимый проект 86-й. Здесь огромная идет терраса, и полностью можно сделать вот открытую ее, что в данном проекте уже и будет. Вот посмотрите, какая большая. А крытая сразу... это что подразумевает? Крытая, ну, навес будет, как продолжение сразу дома будет идти. Здесь у нас с террасы мы можем войти в спальню. Вот такая спальня.
Здесь панорамное будет окошко. Здесь у нас получается еще одна спальня и санузел. Достаточно просторный, хороший дом. Да, сколько цена такого дома на данный момент? На данный момент вот цена 86-го проекта около 5 миллионов. Как бы с водой вообще никаких проблем нет. И причем наш директор, так как у него большой опыт в строительстве, мы напрямую врезались в центральную трубу. И как вот многие жалуются там в пятихатках, еще вот в близлежащих поселках, что когда туристы приезжают, напор воды очень маленький. Здесь, в Морском, на Звездном, этой проблемы вообще нет. Мы напрямую врезаны, поэтому напор всегда будет хороший. Здорово, а то мы в Гаргипе мучимся с напором. Да, да, вот даже в квартире не хватает напора. И вода здесь хорошая. Я вот качество, сам в Анапе, да? Живу, да, качество, да, воды здесь важное. Хорошее. Мы прям можем из-под крана пьем. А дома обязательно фильтр там или бужор сейчас здесь. Да, 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 ставить вот за каждым домом. Это не реклама, это факт. Угу. Рабочие моменты, техника ездит, все подвозит. Тут получается, Наталья, вот аэропорт, рядом, да? Угу. Но самолеты садятся, взлетают, все это в зоне видимости, но их вообще не слышно. Ага. То есть с этим вообще проблем никаких нет. И вот, кстати, нет. Остановка, о которой вы говорили, в оба направления. Да, в оба направления остановка. Сегодня тоже столько много всего интересного узнала. Здесь такой отзывчивый персонал, все мне рассказали, показали. И причем все так открыто, не скрывается каждый шаг строительства. Заходи и смотри, любой дом все тебе расскажет, покажет, где что будет. Пишите свои комментарии, тоже отзывы. Александр, спасибо вам большое за проведенную экскурсию, за то, что рассказали и показали все про свои проекты. С вами приятно было очень общаться. Вы охотно отвечаете на вопросы, все рассказываете, показываете, а это очень важно. И располагаете к себе людей. Да, я бы даже рекомендовал еще, вот мы сейчас отсюда поедем, заснимите просто подписчикам вот дорогу, например, отсюда, от Звездного коттеджного поселка до Морской, аэропорт как раз будем проезжать, чтобы представление было, где наши поселки находятся. Да, давайте. Да, давайте. Вот он, хутор Красный Курган. Мы отъезжаем от поселка Звездный. Смотрите, какая у нас погода. Небо голубое, солнце светит. Вот где светофор налево, эта дорога получается на аэропорт идет. Дальше мы будем уже проезжать Витязево и коттеджный поселок Морской. Так, вот у нас аэропорт, мы проехали указатель. Направо Витязево, можем на карте посмотреть, ага. Подписчики. Вот уже Витязево. Буквально не успели отъехать, тут уже аэропорт Витязево. И сейчас будет уже коттеджный поселок Морской. От Морского получается 6 километров до Анапы, до вывески Анапа. А до моря здесь вот что так прямо. Поэтому вы, если вы мечтаете о домике на юге, ищите надежного застройщика, хотите жить за городом, дышать свежим воздухом, поэтому задумайтесь, посмотрите, подумайте вот о данном коттеджном поселке Морской. Мне кажется, это идеальный Морской вариант. Вот баннер наш. Угу. Вот он уже, поселок Морской. Его здесь сразу же отдел продаж, офис продаж.